Еще несколько человек заболели сонной болезнью в селе Калачи сельского района. За эту неделю в больницу доставили 5 его жителей. Среди них 2 женщины и 3 мужчины. Симптомы заболевания все те же – сонливость, потеря памяти, галлюцинации. Всем обратившимся поставили одинаковый диагноз – энцефалопатия неясной этиологии. Больным оказывают медпомощь. Напомню, по официальным данным, за последние 2 года в селе Калачи с сонной болезнью переболели 42 человека. Есть случаи повторных заболеваний. Первый раз на Ишиме стоял. Ну, ребята рыбачат, а я просто стоял, смотрел. Смотрю, что-то меня качает, качает, качает. Внучок был со мною. Внучок, айда б домою. Домой привез, я все. А как увезли, что я не помню. Связанного привезли, день спал, и вот ночь проснулся. Второй раз. Жена 3 раза. Спала. В отделении находится 3 пациентов с поселка Калачи, которые поступили к нам в экстренном порядке, были направлены по линии санавиации в связи с характерными симптомами, то есть выраженной сонливости. На сегодня состояние ближе к удовлетворительному. Отмечается положительная динамика на фоне вот того, что мы проводим терапию, интенсивную уже разработанную терапию.